Друзья, здравствуйте и добро пожаловать на футбол. 29-й тур Мелбет первой лиги. Потихоньку наш любимый всеми первый дивизион близок к своему завершению. И вот эти вот последние 6 матчей нам осталось посмотреть в этом году. А теперь все внимание на поле. Стартовый свисток и поехали. Велес и Шинник начинают свой матч 29-го тура Мелбет первой лиги. Так, пока смотрим атаку Соколов в штрафной площади. И его удар сходу. Косаревский спасает команду. И вот он первый достаточно опасный момент. Вот Шинников ведет спор за эти места в середине турнира. Таблица. Удар Бацуева. У него хороший дальний удар. Мы это прекрасно знаем. Не только удар, еще и техника в порядке. А вот теперь можно и обыгрывать. И есть хорошее подключение с фланга левого. И забивать надо. Дибиргаджиев не попал. Ворота буквально с 4 метров. Фантастика. Классная атака Велеса после ошибки на чужой половине футболистов Шинника. Аюб Бацуев классно покатил налево, ну и дальше. Да, Песиков классную передачу выпилил на Дибиргаджиева, которому оставалось попасть. Просто до мяча добраться. И здесь удар, справляется Косаревский, мяч остается. Велесу собственных ворот не очень хорошо даются. Косаревский. Косаревский спасает. Вот он момент у Соколова. И с Джамалом Дибиргаджиевым Самойлов. А вот теперь его удар, мяч выше ворот пролетает. Добрали сюда. Мы еще раз смотрим. Самойлов. Бам. И все. Мяч полетел выше ворот. А вот так вот мог случиться голы в раздевалку. На самом деле позволяет в таких ситуациях играть хладнокровно. Велес на своей половине ошибается. И дальний удар Соколов. Да, увидел. Увидел, что все-таки Косаревский чуть дальше из ворот вышел, чем положено. А в итоге Дибиргаджиев перевесил и того, и другого, и Кулишев. И куда же Косаревский побежал? Самойлов ошибается в передаче. Но вот здесь и Велес очень много пожарит у своей собственной штрафной. Соколов прострел и залетает мяч в ворот. Это автогол, но Шинник выходит вперед на 53-й. Мы еще раз смотрим. Но вот здесь потеря, передача Соколов. И, ну, здесь да, здесь подкат, Косаревский уже отыгран, и мяч в ворот залетает. Еще раз смотрим. Ну, на самом деле, там и вопрос. Там вопрос, добрался ли бы, там был Самойлов вовсе, а не Грузнов, добрался бы ли он до мяча. Там был и Макеев рядом. Но это уже постфактум, друзья. 1-0. Шинник выходит вперед после автогола. Смотрим. Прямой удар, кстати говоря, Косаревский прямо перед собой мяч отбил. Набирает скорость, передача во фланг, и Леонтьев проиграл единоборство. Дибиргаджиев гол, мяч залетает в ворота. Смотрим. Набегает Дибиргаджиев, и никого рядом с ним. Вот только-только Семенов набегает, и все. Вот чем, пожалуй, и прекрасен футбол. Ну вот, одна атака, и мяч залетает в ворота, и теперь уже 1-1. 1-1, хотя, казалось бы, победа была уже у Шинника в руках. Накаркал. И это ничья, друзья. Ничья. 29-й тур в самой концовке встречи. Все-таки спасается Велес. И 1-1 команда сыграли.